Вокруг разницы между коричневыми и белыми яйцами ходит множество слухов. Некоторые считают, что коричневые яйца полезнее и намного вкуснее белых. Другие полагают, что белые яйца созданы для выпечки десертов и разнообразных тортов. В этом видео мы развеем множество мифов об этом. Поехали! Яйца очень питательны. В яйцах содержатся полезные витамины, микроэлементы и белок. Частое употребление яиц позитивно влияет на состояние волос, зрения и всего организма в целом. В среднем одно яйцо содержит около 80 калорий. Холестерин в яйцах только положительно влияет на организм. Он содержится в желтке и уравновешивается лецитином. Это особое вещество, которое помогает перерабатывать жиры и холестерин. Термически обработанные яйца полезнее сырых. В сырых яйцах часто скрывается вредоносная бактерия – сальмонелла. Она погибает при термической обработке. Белые яйца не менее полезны, чем коричневые. Вопреки распространенному мифу о том, что коричневые яйца намного полезнее белых, это далеко не так. Белые яйца ничем не отличаются от коричневых. Все дело лишь в породе кур, которые несут эти самые яйца. Цвет скорлупы зависит от масти несушки. У рябых яйца коричневые и бежевые, а белые куры несутся белыми яйцами. При выборе яиц не стоит обращать большое внимание на цвет скорлупы. Диетические яйца намного полезнее столовых. Все яйца можно условно классифицировать на диетические и столовые. Диетическими считаются яйца, хранившиеся при правильной температуре не более 7 суток после снесения. Столовые яйца хранятся до 25 суток. Яйца не следует хранить возле продуктов, имеющих сильный запах. Благодаря пористой структуре скорлупы, яйца с легкостью впитывают посторонние запахи. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.